Группы верующих в Калифорнии выступают против законопроекта, запрещающего терапию для подростков, желающих сменить свою сексуальную ориентацию. Это первый такого рода закон в стране. Конверсионная терапия или возвращение на путь истины помогает человеку отказаться от влечения к человеку своего пола. Автор законопроекта, сенатор штата Калифорния, демократ Тед Льюис, сказал, что конверсионная терапия может быть опасной и вызовет сильную депрессию и чувство вины.